Господин Ландсбергис, мы находимся сейчас в знаковом для Литвы месте, музее памяти 91 года, января 91 года. И тогда литовцы заплатили высокую цену за независимость. Недавно второй президент Украины Леонид Кучма сказал, что за независимость всегда нужно быть готовым платить, когда нужно, кровью. И вот эту мысль продолжил российский политик Григорий Явлинский. Он сказал, что свобода стоит дорого, а свобода от России еще дороже. Как вы считаете, цена независимости от России через 25 лет сейчас выше, чем так же высока, как была 25 лет назад? Эта цена меняется не только в объемах, но и в расцветке. Нам угрожали на подступах еще к провозглашению восстановленной независимости, что от нас потребуют таких выплат, небы долгов Советскому Союзу, что мы никогда не сможем себя искупить, как будто мы какие-то там взятые в залог, как будто заложники, которые себя не выкупят. А мы смотрели на ситуацию иначе. Раз нас охватили, и что бы они ни делали здесь, даже вкладывая деньги на стратегические объекты, на советизацию, на включение Литвы по всем параметрам в систему Советского Союза, это были их издержки. Это издержки империи и оккупанта. И им нечего и некому нарекать, что у них были издержки, и что мы не обязаны ничем. Наоборот, оккупант обязан нам за тот ущерб, который был причинен оккупации. Но теперь мы видим очень конкретно, какую цену платит Украина, еще конца нет этой цене. Ну, почти что не требуют платить деньги, хотя требовали для наемников, чтобы Украина платила, чтобы выплачивала что-то там донбассовским, Захарченке или кому-то еще. Но это смешно, конечно, Украина не будет им ничего платить. Ее разрушают, разрушают. И как надо будет восстановить это разрушение? Придется, наверное, платить самой Украине или западным демократиям. С России никто не потребует. Хотя это господин Путин пришел с этими разрушениями. Никто себя не разрушал. Вот в вашем кабинете я была и обратила внимание на то, что вот у вас на стене много карикатур, и все эти карикатуры в большей степени связаны с Россией. Например, Горбачев залазит в улей, и под названием «Литва», и оттуда вылетает много пчел, и ему очень тяжело. А с другой стороны, на стенке у вас в кабинете есть ваши фотографии с западными лидерами, и нет ни одной фотографии, где вы с российскими лидерами. Вот наш проект называется «Россия и я». Если бы вот как творческий человек, как искусствовед, вам надо было выбрать образ России, той России, которой она была во времена, когда вы руководили литовским государством, и той России, какой она является сейчас. Какой образ бы вы выбрали? Ну, конечно, образ той России, которая стремилась к демократии. Это последние годы Горбачевской перестройки, когда все больше и больше людей, мыслящих людей, поверила, что можно жить по-другому и что надо прилагать усилия к этому. Когда избирали съезд народных депутатов в Москве, это уже были выборы впервые. Ну, в определенной мере, но все-таки
конкурентные выборы. И в Литве мы пошли на эти выборы как общественная политическая организация «Союдис», имеющая целью свободу и освобождение, и, конечно, перемены, реформы, изменения и образа жизни, и основ этой жизни. И мы пошли с открытой программой и в открытые дебаты с компартией, и мы выиграли эти выборы. Мы не считали себя частью России, но мы хотели нормализировать отношения и снести в небытие сталинское преступление захвата балтийских стран, но и все последующие преступления. И имея в виду, что Россия может и даже отчасти хочет стать демократией. Это были обнадеживающие времена, и я вспоминаю российских политиков, особенно со среды демократов, с симпатией, с чувством сожаления, что это не свершилось, что силы большевистского реванша и империализма были сильнее. Они подавили эту нарождающуюся российскую демократию и повернули вспять возможный российский прогресс снова к империализму и к репрессиям и к террору. Кровопролитие идет и продолжается, и конца ему не видно. Именно во имя величия, мнимого величия Российской империи, где человек не стоит ничего, а вот территория и власть превыше всего. Вы вспомнили некоторых российских политиков. На ваш взгляд, вот какая основная разница между тремя политиками – Горбачев, Ельцин и Путин? Ельцин был искренним человеком, и у него было чувство чести и достоинства. Я это видел на наших переговорах и в этих моментах, когда его соратники пытались его толкнуть на путь, ну, недобросовестный. И стоило ему напомнить: «Борис Николаевич, но мы же с вами договорились». И этого было достаточно. Это был честный человек. Потом его сбили с толку в связи с войной в Чечне. И, конечно, сбили с толку в силу его коррумпированного окружения, даже семейного. И он попал в зависимость от таких обстоятельств вокруг него. И уже не смог противостоять реваншизму Российской империи. Даже сам, может быть, поддался. Хотя неизвестно, что случилось, когда он на первых порах высказался и публично, что мы никогда не вторгнемся в Чечню, потому что нам бы этого никто не простил. А через две недели уже был сломлен и подписал указ о вторжении. Когда-нибудь историки докопаются, кто был настоящей властью, насильничающий над президентом. Если говорить о событиях, о других вторжениях, о событиях недавних лет, вот у меня ваша книга «Украина Голгофа», это события Майдана, это ваша книга, вы были на Майдане. В этой... Ну, тут никакого сравнения нет с тем, что бы олицетворял и проводил в политике Борис Ельцин. Абсолютно немыслимо нападение на Украину. Оказывается, это возможно. И это даже приветствуется оболваненными массами россиян.
Я процитирую вас. В одном из интервью вы говорили, что Запад боится ответить России, и если такое отношение не изменится, Россия сможет продолжать бесчинствовать в Украине, а позднее в других соседних странах. Вот в Литве сейчас начался военный призыв, и, как мне кажется, в Литве очень хорошо понимают, что происходит сейчас на востоке Украины, и адекватно реагируют, совсем не так, как, например, реагируют в Чехии, в Словакии, в Венгрии. Как бы вы объяснили это? Вот Литве это больше болит? Литва это больше чувствует, то, что происходит в Украине? В силу исторических уроков Литва умнее. Там некоторые политики позволяют себе дурачиться или прикидываться несведущими, наивными. Или позволяют себя оболванивать. Или забыли? Ну, кое-что, конечно, и забыли. Или подались внушениям, которые были очень активны определенное время, что Россия стала совсем другой, что никогда таких вторжений не будет, как в Чехословакию, вспомнить хотя бы этого, или в Венгрию во время Венгерской демократической революции, что это ничего общего с новой Россией. А сейчас мы видим, что то же самое осталось в глубине и вышло наружу снова. Господин Ландсбергис, вы дважды были депутатом Европарламента. Если бы вы сейчас были в руководстве Евросоюза, что бы вы предприняли для того, чтобы остановить войну на территории Украины? Остановить военный конфликт. Я бы выступил с требовательным предложением проводить мирные переговоры. Переговоры не о временном перемирии, но о мире между воюющими странами, Россией и Украиной. Потому что Россия обыгрывает тех, которые согласны быть обыгранными, будто она не воюет против Украины. Это смешно, но я полагаю, что многие западные политики частным образом смеются над такой повторяемой ложью, а публично стесняются сказать: господин начальник, перестаньте лгать. Вы там воюете, ваши наемники, ваше вооружение, даже ваши солдаты. Вы их туда посылаете, а потом сжигаете в крематориях, чтобы не надо было хоронить на родине, чтобы матери и родители не знали, где пропали их сыновья, и за что, и из-за чего. Стоит сказать, достаточно лжи, надо жить не по лжи, как сказал Солженицын. Если говорить об отношениях с Россией, какой был самый тяжелый, самый сложный день, и какой был, если так можно сказать, самый хороший день, самый счастливый день? Можете вспомнить, можете сформулировать? Ну, что тут сказать? Были разного рода сложности. Были угрозы, ультиматумы, были блокады с расчетом на то, что народ станет недовольным и изменит свои взгляды, свои отношения, свою поддержку курсу независимости и будут приветствовать возвращение так называемой советской власти. То есть оккупационной и центральной имперской власти Кремля. Но этого не случилось. Это было так прозрачно, отрицательно, что эти способы не подействовали. Тогда применили военную силу, пошли убивать, возможно, даже массово, потому что могли бы там убивать и тысячами. Но убили на месте 14, тяжело ранили до 1000 людей. Но люди отстояли.
свое право быть достойными людьми и иметь свою родину, а не прославлять далекую, великую и жадную неродину.